Всем доброе утро! Снова мы включаем обзор пасхальных коллекций и будем смотреть с вами каждое изделие. Такая вот красота, все по отдельности сейчас покажу. Итак, начинаем мы всегда с наволочек. Наволочка 45 на 45 сантиметров, задничек велюр, скрытая молния, такая вот красота. Полностью матовый гобелен. Гобелен производства Испания. Вот такие вот здесь цыплятки. Затем у нас идет комплект салфеток. Диаметр 27 сантиметров. Две штучки стоят 780 рублей. Такая вот красота. Льняное кружево. Порционные салфеточки. В комплекте идет также две штучки. Также матовый гобелен. Комплект стоит 900 рублей. Такая вот красота. Затем у нас с вами в обзоре пойдет дорожка. Есть 40 на 100 и 44 на 140. Обработочка евро-уголок на всех изделиях. Такая вот красота. Потом стиранный лен. Гобелен производства Испания. И пример канто-скатерти. Здесь у меня представлено 140 на 180. Также есть другие размеры, есть овальные и круглые. Все уточняйте в директ. Такая красота. И сейчас мы с вами еще замерим кант. Вот это вот расстояние. Здесь будет полностью белое поле. Итак, кант в этой коллекции у нас идет ровно 30 сантиметров. И здесь еще 10 сантиметров вот этот вот кантик. Такая вот красота.